5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA. Go SpaceX. Godspeed, Bob and Doug. Америка спустя 9 лет вернулась в космос. Астронавты Дуглас Херли и Роберт Бенкен со второго раза вышли на орбиту. Первый запуск в среду пришлось отменить из-за непогоды. И хотя в субботу метеорологическая ситуация была даже хуже, ракета Falcon 9 все же взлетела. А через несколько минут от нее отсоединилась первая ступень. Falcon stage separation confirmed. Первая ступень возвратная. Именно эту технологию начал возрождать Илон Маск. И благодаря ей стоимость космических полетов существенно снизится. Ступень возвращалась на плавучую платформу под ироничным названием «Конечно, я все еще тебя люблю». Но в момент приземления связь с платформой была потеряна. Прошло ровно 10 секунд. Картинка пропала, а потом на ней появилась ступень. Самого приземления зрители не увидели. И этот эпизод породил много вопросов и мемов. Вот, например, вот этот. Глаза на мгновение закрываются, ступень на платформе появляется. Но в остальном все хвалили Маска и хоронили Роскосмос. Теперь у России снова появился очень сильный конкурент на рынке. Но это было потом. А в момент запуска чат YouTube-трансляции буквально разрывался. От сообщений рябило в глазах. Люди на разных языках поздравляли космонавтов и желали им удачи. Прямой эфир смотрело более 5 миллионов человек, а общее количество просмотров записи только на канале НАСА — 16 миллионов. И это при том, что сам сценарий трансляции многие уже знали, так как смотрели неудачный запуск в среду. Тогда зрители также знакомили с астронавтами. NASA astronaut Bob Behnken. Рассказывали о их подготовке к полету, сотрудники НАСА делали с ними знаковое селфи, говорили о новых костюмах, которые разработал дизайнер из Голливуда Хосе Фернандес, описывали технические характеристики самой ракеты, и все это сопровождалось гимном США в исполнении американской певицы Келли Кларксон. Дальше показали, как астронавтов провожали их семьи. Особенно драматичным был момент бесконтактных объятий. На электромобилях Тесла, которые также изобрела компания Илона Маска, астронавты двинулись к космодрому. Картинку снимали сразу с нескольких точек, и по качеству она ничем не уступала голливудским фильмам. Через 12 минут полета от корабля отсоединилась вторая ступень. Астронавтам пожелали удачи и поблагодарили за выбор ракеты Falcon 9. А в это время на Земле начались пресс-конференции. Дональд Трамп, который также следил за запуском, заявил, что Америка вызвала зависть у всего мира и скоро высадится на Марс. А Илон Маск в своей привычной манере подшутил над главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным. Тот еще в 2014 году предложил американцам запускать своих астронавтов в космос с помощью батута. The trampoline is working. That's right. Yeah, it's an inside joke. I know what you're talking about. Inside joke, yeah.